может так. Это запись популярной в 60-х певицы Ларисы Мондрус. Ей было всего 19, когда она стала знаменитой и буквально перевернула представление о том, как должна выглядеть артистка. Ты сказал, что хочешь в этот раз погулять со мной. Вокруг нее всегда было много мужчин. Вот Юрий Гагарин снимает Мондрус на видеокамеру во время записи «Голубого огонька», а космонавт Евгений Леонов танцует с Ларисой медленный танец. Она так одевалась красиво, у нее всегда были такие платьишки, у нее всегда были какие-то необыкновенные броши, у нее всегда была красивая прическа. Но неожиданно красавица Лариса пропала с экранов. Поклонники недоумевали, что случилось с любимой артисткой. Ходили слухи, что она сбежала за границу. Спилась. Тогда мало кто знал, что точку в карьере артистки поставил один человек – Сергей Лапин, всесильный председатель Гостелерадио СССР. Легендарная история. Лапин. Все трепетали, все боялись, все просто ходили на цыпочках при слове «Лапин». Говорили, передавали друг другу, что, если вы попадете на его ковер или на разборку, Лапин – это вообще... Этот человек почти 20 лет определял, каким будет телевидение СССР, какие фильмы будут выходить в эфир, какие артисты смогут петь на «Голубом огоньке». От вкуса и настроения Лапина зависели судьбы тысяч людей. Он был жесткий человек по отношению к многим людям, я знаю, которых он, так сказать, он и поощрял многих людей, и очень строго наказывал. Он вменил в вину Ларисе Мондрус слишком сексуальный облик. Короткие юбки, обнаженные плечи. Это никак не вязалось с советскими идеалами Лапина. Это что, это была какая-то зависть его? И что, или не надо народу показывать ни ноги, ни шею, ничего? Ни руки? Идеализм был какой-то. А вообще это идиотизм. Извините. Сначала Лапин попросил певицу сменить репертуар на патриотический. Мондрус отказалась, пропала с экранов и вынуждена была эмигрировать в Израиль. Когда она уехала, все думали, что она вообще уже что она ушла из жизни, или что у нее там какой-то заводик колготок или еще что-то такое. Однако же она все равно пела, она нормальный человек. Если есть цель в жизни, и ты ее добиваешься, ты ее добьешься. А некоторые уходили в запои, извините. Сергей Лапин был абсолютным телевизионным деспотом. За любое несоответствие его представлениям о том, как должен выглядеть советский гражданин, он мог уволить, разрушить карьеру и даже выдавить из страны. Но внешность у него была ничем не примечательная. Серый чиновник, который совсем не тянет на звание всемогущего тирана. Он произвел впечатление по серого человека. Вот все на нем было серое, костюм был серый. И он такой, невыразительное было лицо, невыразительное. Отсутствие мимики. Но какие причины на самом деле побуждали Сергея Лапина изгонять с экранов красивых сексуальных женщин и успешных, любимых миллионами мужчин? Это редкие архивные кадры. Глава радио и телевидения СССР принимает звезду героя из рук Леонида Брежнева и вдруг роняет. В зале возникает неловкая пауза, и отчетливо слышен голос Лапина. Ничего, ребята вырежут там из кадра. Ничего. Спасибо. Спасибо. Тогда телережиссеры совершили чудо. Конфуза никто не заметил. А вся страна наблюдала, как генсек вручает награду неприметному серому человеку. Это он 15 лет был главным идеологом на советском телевидении. Его все боялись. Он был сверхбдительным и строгим охранником и хранителем всех принципов коммунистической партии. В начале 70-х на экранах появился молодой и очень талантливый певец Вадим Мулерман. Обаятельный артист мгновенно влюбил в себя зрителей, но на одном из концертов решился спеть еврейскую песню. И этим подписал себе приговор. В преддверии нового 1971 года председатель Гостелерадио Сергей Лапин собрал совещание и заявил: в праздничном эфире не будет певца Вадима Мулермана. он, значит, на собрании руководителей Гостелерадио произнес такой тост. Я поздравляю вас, уважаемые сотрудники Гостелерадио, с наступающим 71-м годом. И очень надеюсь, что Новый год мы с вами встретим без Мулерманов, Мондрусов и Александровичей. Узнав о запрете, наивный Вадим Мулерман сам позвонил в Госкомитет и потребовал от секретарши срочно записать его на прием к Лапину. Ему сказал старше, секундочку. Он подумал, что она берет там какой-то блокнот, чтобы посмотреть, когда, в какой день можно назначить встречу. И вдруг он слышит в трубке: «Здравствуйте, Вадим Иосифович, это Сергей Георгиевич Лапин». Мулерман не был готов к разговору. Растерявшись, он спросил у всемогущего главы комитета, почему еврейских исполнителей запретили. Возмущенный Лапин в ответ обозвал певца шантажистом. «Вы настоящий фашист!» – сгоряча выпалил Мулерман. Представьте, такое сказать этому Сергею Лапину. Это ужас. Ну, в общем, он сказал, да, язык мой враг. Он говорит, я подтверждаю, я просто не смог промолчать. Мулермана отстранили от эфиров. Пленки с его записями уничтожили. Опала затянулась на годы. Фактически это был конец карьеры. Говорили, единственное, что любит Лапин, это партия и коммунизм. Он был абсолютным отражением идеологии, и этот факт словно стирал в нем все человеческие качества. И все ходили по струночке в Гостелерадио, потому что у него была такая дисциплина, что все обязаны были одевать галстуки, носить пиджаки, девушки ни в коем случае никаких брюк. То есть эстетика его была настолько, я бы сказал, армейская, такая коммунистическая, тоталитарная. Однажды редактор программы «Шире круг» Ольга Молчанова рискнула записать в студии молодого артиста Вячеслава Добрынина. Он пел песню «Белая черемуха». Ее потом с успехом исполняла Анна Герман. Белый цвет, черемухи цвет, это весны, веселый привет. А тогда о несанкционированной записи в студии тут же донесли Лапину. Молчанову вызвали на ковер. Причем меня Анинкова предупредила. Никакого грима на лице, поменьше краски, никаких коротких юбок. Пожалуйста, оденьтесь солидно. За такой поступок ей грозило увольнение, а Добрынину – полное забвение. Но Ольга Молчанова вдруг нашла неожиданный аргумент. Я говорю, у него есть песня, например, такая, как «Комсомол. Моя судьба». Он говорит, да, Лапин сразу так оживился, говорит, у него есть такая песня. Он тут же позвонил главному редактору музыкальной редакции и предложил ему обратить внимание на композитора Добрынина и его песню «Комсомол. Моя судьба». Все были уверены, что идеологу Лапину чуждо любое проявление человеческих чувств и эмоций. Каково же было удивление многих, когда он вдруг начинал с упоением цитировать Цветаеву. А ведь это была запрещенная в те годы поэтесса. Цветаева, Ахматову, Гумилев, Мандельштам. Говорят, что у него, знатоки говорят, что у него была одна из самых лучших библиотек в Москве. Он был закрытый человек по семье. Не дай бог интересоваться его какой-то семейными вопросами. Тем не менее, всегда находились те, которые интересовались и даже смогли раскопать некоторые скандальные факты из биографии Лапина. Он бросил свою первую супругу и женился во второй раз. А в 50-х годах это был фактически непростительный поступок. Но кто была та женщина, ради которой влюбленный деспот едва не перечеркнул свою карьеру? О ней практически ничего не известно. Лапин тщательно скрывал свою личную жизнь. Евгения была сотрудницей одной из редакций на Шаболовке. Там, в коридорах, они и познакомились. Я видел их взаимоотношения с супругой, иногда слышал их разговоры. Он относился уважительно и очень так предупредительно. Почти никто из сотрудников даже представить не мог, что беспощадный деспот с пустым взглядом может так нежно любить. Он был женат. Да вы что? первый раз это слышу. Уже вот это, внешние его данные, все говорило о том, что это несгибаемый, строгий на работе. Мы не знаем, каким, я не знаю, каким он был дома, каким он был отцом, мужем, дедушкой. В середине 70-х на пике карьеры в СССР была певица Алла Пугачева. Она собирала огромные стадионы на своих концертах. Поклонники буквально сходили с ума, подражали ее прическе, ее балахонам. И вдруг Пугачева практически пропала с экранов. Все были в недоумении. Выяснилось, что кислород певицы пытался перекрыть всемогущий Лапин, председатель комитета по радио и телевидению СССР. Ему казалось, что Алла слишком сексуально держит микрофон. Он запрещал ей вот эту удивительную историю держать микрофон близко к рту, и поэтому она, поскольку очень сексуальна, она очень обаятельна, очаровательна, то Лапин перестал даже ее показывать. Кого? Аллу. Правда, совсем убрать бешено популярную певицу не смог даже Лапин. Обошлись тем, что перестали демонстрировать ее крупные планы. Можно сказать, что Пугачевой повезло. Какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы? Появился список Лапина. Я его лично видел. Он назывался «Не передаю», прямо дословно, «Не передаются в эфир следующие, значит, исполнители». И начинает список. По-моему, из 20 состоял. Больше половины этого списка – женщины. Аида Ведищева, Лариса Мондрус, Майя Кристаллинская, Нина Бродская, Алла Йошпе. И одной из первых запрещенных стала Вероника Круглова. В начале 60-х ее имя знал каждый советский гражданин. Концертные залы битком. Поклонники заваливали букетами и подпевали суперхитам Кругловой. Кто-то шепчет: завтра жду. Кто-то шепчет: ненавижу, уходи. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Некогда популярная советская певица Вероника Круглова сейчас живет в США. Она вынуждена была уехать из СССР в середине 80-х. Еще раньше завершилась ее блистательная карьера. Круглову вычеркнули из эфиров и позволяли гастролировать только в провинциальных городах. Но чем Круглова не угодила Лапину? Сама певица считает, что причиной немилости стал ее развод с Иосифом Кобзоном. Их тяжелый брак длился 3 года, а сразу после расставания Вероника стала встречаться с заклятым соперником Кобзона, Вадимом Мулерманом. Я вышла замуж от отчаяния от какого, потому что я развелась с Кобзоном. Мне было очень сложно. Он мне очень затруднял мою жизнь. Скоропалительная свадьба артистов привела Кобзона в бешенство. В тот день он явился в кабинет к Лапину, с которым водил дружбу. «Что-то ты невеселый, Иосиф», – обратил внимание чиновник. «Да я тут такое узнал», – наигранно вспылил Кобзон. «Моя бывшая рога мне наставляла». Одним росчерком ручки Лапин тут же подписал приказ об изъятии Кругловой из эфира. Была Сверд, такая популярная красавица-дива, о которой мечтали многие мужчины. И он считал, что вот скромная советская девушка и такая королева, она не соответствует. Вот ради бога, ну не надо телевидения. Хочешь, ну будь королевой, выходи замуж, разводись. Ну не надо быть на голубом экране. Это при том, что сам Лапин не мог похвастаться целомудрием. Он был женат дважды, изменял первой супруге с любовницей, развелся и пошел в ЗАГС во 2-й раз. Она была женщиной очень интеллигентной, очень тактичной в общении. И мне кажется, он всю жизнь ею гордился. Жена Лапина на людях практически не появлялась. вела себя очень скромно и внешне выглядела непритязательно. Про таких говорят «серая мышь», но Лапин ее обожал. По супруге он мерил всех других женщин. Лапин ненавидел ярких певиц с накрашенными глазами и вычурными прическами. Запрещал артисткам пританцовывать во время пения. Я знаю, что он про одну певицу сказал: вот эта певица для быдла убрать. Вот это вот и рестораном пахнет, и черт знает что. Вот, какие-то дешевые интонации, дешевые телодвижения, непонятные наряды. Он не то, что он правильно вообще в какой-то степени говорил. Наша страна рабоче-крестьянская. Лапин громко кричал, что не допустит на экраны пошлость и эротику. Пошлыми он называл юбки, которые были на 4 пальца выше колен. Те, кому довелось побывать у Лапина в гостях, рассказывают, что дома у всесильного чиновника было непритязательно. Очень простой быт. Такие стулья, что из них вываливались сиденья, что вызывало жуткую такую раздраженность нашего председателя. Вот. Тем не менее, ему нравилось вот такое. Жена Лапина хорошей хозяйкой не была. Но влюбленный деспот закрывал глаза на этот минус. Что и говорить, ведь ради нее он отважился бросить свою первую супругу. Это случилось еще в начале 50-х. Сергей Лапин тогда работал заместителем председателя комитета по радиовещанию и был женат на сотруднице газеты «Известия». Замечательная женщина, и, в общем, он был счастлив. Он очень ценил свой семейный уют. Семейную жизнь омрачало одно обстоятельство. У супругов не было детей. На работе Сергей познакомился с сотрудницей одной из редакций Евгенией. И этот роман захватил строгого чиновника с головой. До жены быстро дошли слухи, и она закатила Лапину грандиозный скандал. «Если ты не перестанешь меня позорить, то я такую огласку устрою, что мало тебе не покажется», — кричала она. Лапин пытался успокоить супругу. Но какие тут могли быть аргументы? Евгения залепила ему звонкую пощечину и хлопнула дверью. Сергей облегченно вздохнул. Но выяснилось, что он рано радовался. Жена в другой комнате принялась строчить донос в ЦК партии. В те годы, когда начиналась карьера Сергея Георгиевича, важным условием для того, чтобы сделать ту самую карьеру, было членство в партии. И Лапин тоже, конечно, был членом Коммунистической партии Советского Союза. Но потом случился роман. И Лапину поставили условие, что он должен вернуться в семью, а иначе его исключат из партии. Карьерист и поборник морали Лапин сам встал перед трудным выбором. Ради любви он поставил на кон карьеру. В те годы на такой поступок решались немногие. Беспримерный пример тому, как партии коммунистов должны вести себя. Екатерина Фурцева не захотела ставить под удар карьеру и до конца жизни создавала видимость счастливой семьи с человеком, который ее никогда не любил. Замуж за дипломата Николая Фирюбина Фурцева вышла в момент, когда стала подниматься по карьерной лестнице. Внешне это была очень красивая пара. Но простые граждане СССР, конечно, не знали всей правды. Фурцева страдала от постоянных измен. У нее был формальный брак, по долгу службы. Неудобно женщине уже в таком возрасте, на таком посту холостой. Значит, нужно было сделать вид, что они муж и жена, и что у них нормальная семья. Из-за измен мужа Фурцева едва не покончила жизнь самоубийством, полоснув бритвой по венам. Ее спасли, но мужа, Николая Фирюбина, этот поступок не остановил. Если бы она не сделала эту карьеру, а просто бы вышла замуж, родила ребенка и жила бы себе жизнь настоящей русской женщины, как она говорила, она была бы гораздо счастливее. Говорили, что Фурцева буквально бросается на мужчин в поисках любви и страсти. Она флиртовала с Олегом Ефремовым, крутила роман с Зурабом Анджипаридзе. Но уйти от мужа и стать счастливой так и не решилась. Это означало бы конец карьеры, а рисковать ею Фурцева не хотела. В итоге министр культуры стала выпивать и все же покончила жизнь самоубийством со второй попытки. А вот Сергей Лапин выбирать не стал. Удивительно, но он смог доказать, что даже при высокой должности можно быть счастливым. В начале 70-х резко оборвалась карьера певца Валерия Ободзинского. Знаменитый артист стал фактически изгоем. Популярность этого одесского самородка в СССР была невероятной. Пластинки с его записями выходили миллионными тиражами. Он давал по 4 концерта в день. И на каждом был аншлаг. Как-то фониатор посмотрел его связки, он говорит: слушайте, да у вас просто бархатные связки. А что вы делаете с голосом? Он говорит: да ничего не делаю. Он говорит: я могу выбить ледяную воду, съесть лед сейчас и пойти спокойно пить. Ободзинского один за другим сопровождали скандалы. Певец любил выпить и зачастую появлялся на концертах под шофе. Но причиной его отлучения от телеэфиров стала простая прихоть нового председателя Гостелерадио СССР Сергея Лапина. В тот день Лапин в своем кабинете просматривал «Новогодний огонек». На экране появился Ободзинский с восточной песней. «Немедленно уберите Градского», — закричал Лапин. Ему робко возразили: это не Градский, а Ободзинский. Тем более, нам одного Кобзона хватит. Когда в 1970 году на пост председателя комитета по теле- и радиовещанию пришел Сергей Лапин, наступила новая эра в истории телевидения СССР. Все трепетали, когда вызывал Лапин на ковер. Все трепетали, потому что суров был дядя. Его называли деспотом. Казалось, что Лапину чужды любые эмоции. Лапин сменил всех главных редакторов. За опозданием сотрудника на 5 минут следовало его увольнение. Он остриг и обрил всех длинноволосых и усатых. Запретил женщинам появляться на работе в коротких юбках и в брюках. Великолепная певица, она тогда была очень популярной, Галина Ненашева, бежит на телевидение, шаболовка проходная, она в брюках, а ее постовой не пропускает. Она говорит: ну, у меня съем, там я вот сейчас в эфире. Нет, нет, нет. Пока из музыкальной редакции ей не принесли юбку. Но иногда самодурство Сергея Лапина приводило к настоящим казусам. Однажды снимался концерт Мирей Матье, и он вдруг стал требовать, чтобы с нее сняли крестик. Как же так? Он пришел на съемку, пришел в студию, увидел крестик, говорит: снять крестик, снять крестик. С ним вышли руководители там этой съемки, вот, и сказали, что нельзя снимать с зарубежной артистки такого уровня крестик. Те артисты, которые не вписывались в придуманные Лапиным рамки, его раздражали. Он буквально ненавидел Высоцкого за вольнодумство. А прожил я их всех дольше, чтобы вбить кол осиновый в их поганую яму. Запрета не было. Однако мы же не могли взять и выпустить именно песни лирические его, да, вот. Мы выпускали там, я не знаю, «Утренняя гимнастика». Ну ладно, пускай там будет эта «Утренняя гимнастика». Ладно, бог с ней, там миньончик какой-нибудь из двух песен. Известно, что знаменитый певец Эдуард Хиль однажды пошел на хитрость, чтобы опубликовать песни на стихи Высоцкого. Я сказал, что у меня есть песня Вениамина Басснера на стихи Высоцкого. Они говорят: Высоцкого ни в коем случае. Владимира Высоцкого нельзя. А я говорю: это не Владимир Высоцкий, а это Василий Высоцкий, наш молодой начинающий ленинградский поэт. Вы возьмите меня в море, моряки, моряки, я все вахты отстаю на корабле. Этого непредсказуемого тирана боялись все. Но мало кто знал, что только с одним человеком деспот становился мягким и покладистым – с собственной женой. Лапин начал работать в аппарате ЦК партии в 40-х. Он был любимчиком Молотова. Тот двигал его по карьерной лестнице. Лапин был безукоризненным во всех отношениях. Ни одного нарекания со стороны коллег, старших товарищей и супруги. И тут случился роковой прокол. Сергей завел любовницу. Оказалось, что черствый и бездушный карьерист был готов на все ради женщины. В тот день Лапин пришел к любовнице после собрания в комитете партии. Сергей был зол. Его отчитывали за недостойное поведение и поставили перед выбором – развод или карьера. «Как можно ставить человека перед таким выбором?» – возмущался Лапин. «Может быть, я тебе помогу?» – сказала вдруг любовница. «Я беременна». Он остался с женщиной, которую любил, не испугавшись быть исключенным из членов партии. Он позволил себе сменить семью. За это был гоним, был... уволен с этой должности. В кулуарах этот поступок обсуждали, ведь в те годы даже партийцы более высокого ранга не могли позволить себе такие вольности. Леонид Брежнев, например, не раз признавался близким друзьям, что несчастлив в личной жизни. Еще до войны он говорил, что вынужден терпеть жену Викторию ради детей, а с фронта и вовсе вернулся с походно-полевой женой. Так тогда называли фронтовых любовниц, с которыми солдаты крутили романы. Тамара Лаверченко была медсестрой. Очень интересная женщина. И он Виктории Петровне сказал: «Ты знаешь, Виктория, у меня был день, как... завтра я умру. У нас были такие бои тяжелые. Вот она была моей любовницей». Виктория поняла, что Леонид готов бросить ее ради этой походно-полевой жены. И тогда она стала шантажировать мужа угрозами обратиться в обком партии. Брежнев остался в семье, но так и не смог стать счастливым с Викторией. А вот Лапин не поддался на провокации и угрозы со стороны своей супруги. Он все же оформил развод, женился на любовнице и вышел сухим из воды. От исключения из партии Лапина спас Молотов. Он очень ценил своего молодого сотрудника. Можно относиться к Лапину как вообще к какому-то монстру, чудовищу, вообще Лапин, это все лапы его. А с другой стороны, он являлся основой государственного и партийного контроля страны. Жена родила Лапину двух сыновей и дочь. Она оставила работу ради того, чтобы заботиться о детях и муже. Лапин, несмотря на свой плотный график, всегда обедал дома. На работе он не подпускал к себе других женщин, был крайне неприветлив. Но дома этот страшный деспот смотрел влюбленными глазами на свою супругу. Те, кто бывали у него в доме, об этом свидетельствовали. И я, который побывал все-таки у него, видел, что атмосфера в семье самое-самое теплое. Он обрел эту семью. Но почему этот примерный семьянин, выходя из дома, надевал железную маску тирана и самодура? И в какой момент жизнь успешного руководителя пошла под откос? Председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин сам любил пошутить над своим тяжелым характером. Однажды ему подарили чучело двух крокодильчиков, на что Лапин заявил: «Теперь в моем кабинете 3 крокодила». Он действительно буквально сжирал неугодных ему людей. Когда он пришел на телевидение, тогда это все располагалось на Пятницкой. И так получилось, что какое-то огромное количество людей не могло в лифт войти. И кто-то сказал: «Ну да, надо бы лифтов побольше». А Лапин будто бы ответил: «Не лифтов побольше, людей слишком много». И на другой день было какое-то колоссальное сокращение. 1500 человек лишились своей работы. В конце 60-х на советской эстраде появилась очень необычная пара. Алла Йошпе и Стахан Рахимов. Их лирические песни нравились всем. Ни один кремлевский концерт, ни один новогодний огонек не обходились без Аллы Йошпе и Стахана Рахимова. Наш дуэт, он как бы сразу запомнился. От этого нам было проще. И сразу же, как только нас услышали, нас стали писать на пластинках, там, на радио, делали симпатичные программу ставим на телевидении. Супруги наслаждались популярностью. Но неожиданно Алла серьезно заболела, и ее стали мучить боли в ноге. Она ходила по врачам, но советская медицина была бессильна. Певице нужна была операция, которую с успехом делали лишь в 3 клиниках мира – в Тель-Авиве, Лондоне и Париже. И супруги попросили о помощи. Я думал, что Министерство культуры, Госконцерт, отдел культуры ЦК, скажем, пойдет на это. Но везде я получил футбол. То есть все отплевывались. Нет денег и все. Когда Фурцева услышала, что он просит деньги на операцию мамы, она тогда папе сказала: «Стахан, зачем тебе эта колченогая еврейка? Вот, разводись». Он пришел домой, сказал маме: «Алла, не знаю, как ты, а я хочу уехать». Йошпе и Рахимов подали документы на выезд и мгновенно стали невыездными. Сергей Лапин дал распоряжение не пускать певцов на экраны. Им запретили выступать с концертами. Через неделю уже все наши музыканты были вызваны в партийные органы и с тем, чтобы они отказались от работы с нами. Все гастроли были сняты мгновенно. Стал вопрос о нашей профнепригодности. Лапин лично объявил артистов врагами Родины и партии. Стахан Рахимов положил свой партбилет на стол. Председатель Гостелерадио дал команду уничтожить записи предателей. Несколько лет Рахимов и Йошпе жили фактически впроголодь. И только в конце 80-х, после ухода Лапина с должности, опальным артистам разрешили вернуться на сцену. У Лапина было много врагов даже среди его коллег по партии. Но он никогда не оглядывался на чужое мнение. Говорили, что такую смелость ему давало покровительство Леонида Брежнева. Генсек не просто ценил исполнительного подчиненного. Между ними была настоящая дружба. Он отдыхал вместе с Брежневым. Да, в отпуск они вместе уезжали. В основном они были в Прибалтике, отдыхали вместе с Брежневым. Оба любят поэзию. Брежнев пишет стихи, Брежнев читает свои стихи. И ради Леонида Ильича Лапин был даже готов поступиться своими принципами. В 1975 году ему предоставили для просмотра новый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вы помните этот фильм, конечно же, когда герои собираются в бане, выпивают, потом там по ошибке Женю Лукашина отправляют в Ленинград. Лапин собрал коллегию и сказал: ну что это такое, какая-то несоветская мораль, что это за жизнь, у нас же никто не выпивает. Комиссия фильм к показу запретила, но уже на следующий день Лапин приказал давать его в эфир. Оказывается, что картину увидел Брежнев, и она ему очень понравилась. К началу 80-х Лапин стал по-настоящему непререкаемым авторитетом. Работники телевидения ходили по струнке. На экранах были в основном правильные песни, воспевающие коммунизм. Но вот в личной жизни Лапина начались серьезные проблемы. И вот этот всесильный человек на самом деле был не всесилен в своей обычной жизни. У него были уязвимые просто места. Он мне жаловался на то, что Сережа, это парнишка, которому было тогда 14 лет, он что-то там по школе, там не все в порядке. Что старший его сын выпивает, и поэтому у него голова об этом болит. Сыновья ненавидели отца за идеологию и непримиримые взгляды. Но Лапина мало интересовало их мнение. А потом случилась трагедия, которая фактически его сломила. В тот день дочь председателя отправилась на прогулку с новорожденной девочкой, внучкой Лапина. Она вызвала лифт. Двери открылись. Женщина спиной стала входить в кабину. И произошло несчастье. Не сработал лифт, упала, разбилась, и на нее опрокинулась коляска с ее дочкой, внучкой. В Останкино надеялись, что после такого горя Лапин наконец снимет свою железную маску, станет мягче, подобреет. Ничего подобного. Это был Лапин, который еще более был строг, еще более был принципиален, еще более был полон сил и энергии в борьбе за то, что он считал необходимым. Настоящий крах его жизни наступил позже, в 1985 году, когда к власти пришел Михаил Горбачев. Его взгляды рушили прежнюю систему. Эпоха коммунизма, в чьи идеалы так верил Лапин, заканчивалась. Когда генеральным секретарем стал Михаил Сергеевич Горбачев, то за идеологию уже отвечал Егор Кузьмич Лигачев, и он приехал в Останкино, и нужно было подняться этажом выше. И спросили: Егор Кузьмич, вы лифтом будете подниматься или по лестнице? И Егор Кузьмич сказал, что я-то по лестнице пойду, а вот Сергею Георгиевичу уже в лифте надо ездить. Лапину уже было за 70, и намек он понял правильно. Собрал коллегию, попрощался со всеми и ушел в отставку. Кто-то рискнул на прощание преподнести ему букет цветов. Лапин навсегда покинул свой кабинет, оставив все вещи. Он забрал с собой только эти цветы. Конечно, не находил себя. Лапин был, наверное, ему казалось, самой историей пригвожден к этому посту, к этому делу, к этой миссии. И когда миссия была закончена, исчезал смысл жизни. В последние годы жизни Лапин фактически жил затворником. Рядом с ним была только любимая жена. Но и она не смогла уберечь его от трагедии. Лапин стал не нужен партии, которой служил всю жизнь. Да и самой партии уже не было. Идеология поменялась, все прежние устои подвергались критике. Орудие всесильного деспота обернулось против него самого. Я считаю, что жизнь его закончилась. Ну, наверное, грустно все-таки очень. Потому что то, зачем он наблюдал, и то все, что он построил, он создал империю телевизионную. И на его глазах она рухнула и превратилась в кабаре. И для него это была небольшая пощечина.